Мы сейчас находимся на острове Гури, где взяли рабов из Западной Африки в Европу, в Америку с 15, 16 и 17 века. Этот остров и самое главное здание здесь — это музей, который показывает здесь все про рабство. Этот музей это французы строили в 1852 году как крепость и тоже пользовали как тюрьма. Вот это вход в музей. И здесь, говорят, Запад Африка, здесь взяли около 20 миллионов рабов, из них погибли 6 миллионов, потому что они их собрали очень, из-за них, ну, я имею в виду, не кормили, а из-за них очень плохо ухаживали. Это вот эта камера, вот, камера, это тюрьма, там показывает много кое-что, в основном картинки. Там цвета нету почти, поэтому я не знаю сейчас, будет видно вам или нет. Вот это разные картинки, разные фотографии, разные статуэтки. Это французы, поэтому здесь это туалет, просто здесь туалет. Что здесь есть? Да, не видно ничего, темно. Обидно. Нечисто. А, это голова, много рабов. Черный — это африканцы, конечно. Вызвали как оружие, что ли, как ножик, наверное. Показывает и посуда, и камни, и картинки. Это большая картинка, наверное, это как остров выглядит, как французский какой-то рисовали. А это обед без... Эта женщина одевает на шею, чтобы взять шею высокое. Видите, вот эта штука, они на шею одевают, потому что когда длинная шея, это очень красиво. Когда девушка, у нее длинная шея, это очень красиво. Поэтому это на шею одевают. Я ее у него спрашивал, но, наверное, здесь пили, наверное, все равно здесь. Я его сейчас спрашиваю тоже. Вот это рабы. Это местные люди, местные жители здесь, как они одевают. А это сенегальная карта там. А здесь фотографии французы все, наверное, Лохан. А это их старые оружие. Одежда, которую одевали в Франции. Тут же французы, корабль, на котором взяли рабов. Как выглядит?
мальчика. Так, зеркало. А это огромный мусульманин, наверное, это вот известный мусульманин. Наверное, которые тоже были против рабства. А это Мекка, а это Иерусалим, а это мечеть пророка Мухаммада. Сейчас пойдем подниматься. Там красиво. Красиво. Бочки, большие бочки стоят, и океан красиво будет. Панорама очень красивая, нужно смотреть. Да. Окей. Мы сейчас на втором этаже. Это остров. Горы. Очень красивый остров. Это Дакар. Это бочки. Это почки, большие почки. И здесь первый, кто пришел, это Португалия, потом Голландия, потом французы, потом англичане. Французы, англичане 7 раз воевали на этот остров. Сначала французы, потом англичане забрали, потом французы забрали, потом англичане 5 раз. Война была, и 7 раз они поменяли местами здесь. Старые бочки. Очень красиво. Спускаемся. Нет, мы же сказали, мы не будем торопиться и посмотрим и крепость, и дом рабов. Дом рабов тоже стоит посмотреть. Да. Ну, приехать столько километров, а потом быстро бегом, нет. Лучше посмотреть. Посмотрим тоже город. Сейчас спускаемся и поедем в город, дом рабов смотреть. Спасибо большое.